Привет, добро пожаловать на YouTube-канал Бетера. Это влог. Нажмите подписаться сразу и авансом поставьте лайк, потому что точно будет круто. Мы в нескольких километрах от Гомеля. Мы уже в Гомеле. Полуфинал чемпионата Беларуси по хоккею. Сегодня играет Жлобин против Гомеля. Рыси против волков. Последний раз такое было в Грузинском зоопарке, когда забыли закрыть вольеры. Как вы понимаете, будет весело. Вы знаете, как появилось название Гомель? На берегу реки Сож, где и стоит Гомель, там была типа песчаная коса или что-то вроде отмели. И там стояли мужики, и мимо проплывающим кораблям кричали: «Го-го-го-го! Мель!» Ну, типа, осторожно, мель. Вот такая фигня. Погнали! Го-го-го-го! Мель! Го-го-го-го! Мель! Я предупреждаю просто на всякий случай. Просто, чтобы все были в курсе. Осторожнее здесь! Мы в Гомеле, на юге Беларуси. А до игры еще есть время. Посети местную ярмарку. А это надо через верх? Собачья, смотрите. Ну что, комфортно? Это наш. Все хорошо. Пойдем хоккей смотреть. Мы же на хоккей пришли. Показывайте всю свою атрибутику, показывайте. Мы посещаем разные спортивные мероприятия в Беларуси и задаем вопрос, почему именно хоккей? Почему не футбол? Почему не гандбол? Почему хоккей? Я гандболист КМС. Мы это настоящие мужчины. Я гандболист КМС. Гандбол. А можете показать вот это? Мне понял. Сегодня волки и рыси играют, получается, да? У волки же они такие, типа, как рыси говорят. А рыси рычат, волки же... А как рыси рычат? Покажите нам. Я еду в магазин Гуччи в Санкт-Петербурге. Как делают рыси? Как они делают? Не, они скорее шипят. Попробуем? Ну как они шипят? Как, типа... Вот так вот. Вы знаете, что сегодня хоккеисты, когда играют здесь на площадке, они рискуют своей жизнью? Да, знаю. Знаете почему? Потому что МЧС строго запрещает в конце марта выходить на лед. Я знаю. Это заготовленная шутка. Понятно. Как у вас вообще дела? У меня делишки, дела у прокурора. Расскажите немного про ваш головной убор. В 21-м году пришла идея. Просто надеть головной убор. С центра поля надо было забивать голы, я выиграл. Рюкзак, кружку, с которых пьют футболисты. И сказали, больше не участвуют. Имидж, ничто, жажда, все. В хоккей играют настоящие мужчины, понимаешь? Бей первым. Просто смотришь глаза, зеркало души в глаза смотришь и знаешь, что человек делает с тобой. Просто зацените стиль, зацените стиль. Скажите, а что только что случилось? Гомель забил гол. Вот мы стояли, здесь видно хорошо стадион. Вы радовались и праздновали меньше всех. В чем причина? Да нет, не меньше всех, вам показалось. Нет, меньше всех. Вы сели первый. Ваши предпочтения в футболе, за кого болеть? За Гомель. А в хоккее? Тоже за Гомель. А вы сами откуда родом? С Гомеля. Сталевар, я правильно понимаю, это человек, который работает в цеху, где расплавленный металл переливается, да? И... От чего вот это устройство может спасти сталевара? Это светофильтр для того, чтобы смотреть на раскаленный жидкий металл. Можно попробовать? Пожалуйста. Ну-ка. А вот когда на хоккеистов смотрите, а на ракушку защитную тоже просвечивает? Нет, ракушку не берет. Вот мы оказались в Жлобинском филиале в Гомеле. Посмотрите, пожалуйста, все эти люди приехали поддержать свою любимую родную команду. Послушайте. Столько энергетики, столько задора. Наверное, на БМЗ недавно был аванс, вот по ощущению. Расскажите про ваш бэнд. Сформировался примерно полгода назад. Ну, состав постоянно меняется. Каждый год мы меняем составы. Так. Потому что разные. Видимо, вкусы. У вас внутренняя хорошая химия в коллективе. Да, химия есть, как бы. Коллектива. Нет. А вы вокалом можете чуть-чуть показать? Позабудь об этом дне, спор не нужен никому. Ну так, просто хрипотцы добавили. Надо смотреть, так как бы все это тоже. Расскажите, пожалуйста, историю вашей атрибутики. Как вы раздобыли себе такую крутую жертву? Пришел на хоккей и купил здесь.
я видел, ворота сломали. Да. А скажите, это, ну, по чью ответственность? Это кто-то материально ответственный потом восстанавливает? Или как они с воротами делают? Ну, мне кажется, коллективная ответственность какая-то должна быть. Слышишь, ты видишь, они там дерутся. Я сейчас буду Лехе звонить. Я куртки подержу, если что. Звони. Не берет он, пока не снимаю, не берет. Как вы думаете, вот если бы, например, в хоккее можно было ввести правило, да, что, например, тебя кто-то жестко бортанул, и, ну, есть один звонок пацана. Нет, не надо каких пацанов, надо отвечать, и все на месте. Бей первым. Кто вас привел на хоккей? Мой вот будущий муж. Ваш будущий муж? Да. Вот, покажите. Ну, вот так издалека видно, близкая связь у вас, знаете, вы вот так вот друг с дружкой. Можете передать поздравления? Передаю всем привет и хочу песню «Больше не ищи меня». Олег Майами. Олег Майами? Блин. Олег Майами. А специально по заявкам наших уважаемых зрителей. Больше не ищи меня, больше не зови меня, дальше нас забанят за авторские права. Это все. Итак, друзья, это был вечер хоккея в Гомеле. Делать прогнозы сложно, ведь серия длится до 4 побед. Все еще может сильно измениться, кто угадает финалистов чемпионата. А может быть, это сделаете вы. Напишите в комментариях ваш вариант двух финалистов чемпионата Беларуси по хоккею и выиграйте джерси любой хоккейной команды, участницы чемпионата Беларуси по хоккею. Подробности конкурса читайте в описании к видео. Подпишитесь на канал. Счастья, здоровья, любви, взаимопонимания, благополучия. Пока!